все соскучились по стартам, мы все соскучились, мы все это ждем. И Михаил, твои друзья, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Продолжайте в таком же духе. Сегодня такая здесь атмосфера царит просто. Я вот отправляла своих ребят, они на 50 бежали. И вот честно, чуть не расплакалась на старте. Просто крутая атмосфера. Всегда наслаждаюсь нашими красотами суздальскими, которые нравятся не только нам, жителям и работающим в городе Суздале, но и всем приехавшим, которые запоминают надолго наши исторические памятники и просто ландшафты. Тяжело, конечно. Это моя первая сотня здесь. 4 года я до этого бегал полтинник. 4 года я был вторым, и на сотне я опять второй. 5 лет второе место. Дистанция классная, было очень весело. В первом же ручье окунулся с головой, потому что мостик был занят участниками. Я решил бежать по воде, но там оказалось глубоко очень. С девчонками оказались в болотах одни, друг друга вытаскивали. Мне кажется, за результатами вообще гнаться нет смысла. Нужно бежать в удовольствие. Это было невероятно сложно, у меня небольшой опыт в трейлах, и вот с такой жестью я еще не сталкивался. И сегодня для меня просто был день открытий. Я, честно говоря, не знал, что я могу это преодолеть такую дистанцию. И, конечно, сейчас я чувствую себя очень круто, и спасибо организаторам, что провели такое мероприятие.